Друзья, всем привет! Вы на канале Папа Фан 2 Машинки. Это у нас очередная новая игра. Такая вот тачка у нас есть. Ребят, можно ее, наверное, прокачать. Я особо не разбирался пока. Давайте сейчас, по крайней мере, запустим. Climb Stunt, ребят, называется, да? Так, третий уровень. Два уровня я прошел. Так, пока что у нас вот такая локация. В принципе, здесь... Локация особо-то и не меняется, похоже. Так, ну ладно, давайте продолжим. Где у нас третий уровень? Третий уровень. Лучшее время 21 секунда. Короче, не более 21 секунд нам нужно проехать, да? Чтобы заработать 3 звезды. Короче, вот по таким дорожкам мы едем. И вот и финиш. А вот и не финиш. А вот и я врезался. Так, давайте попытка номер два. Уж слишком резко какая-то машина. Слишком какая-то резко. Так, есть, 3 звезды есть. А теперь давайте разбираться, можно ее прокачать или нет. Наверняка можно эту тачку прокачать. Либо ее нельзя прокачать, но можно купить что-то другое. Ага, за 25 тысяч монеток в такую тачку можно взять, ребят. Кто-то типа исхотвился, да, похоже. Машинку исхотвился, ребят. Вот такой вот тоже грузовичок есть у нас, мини-вэн. Что такое? Прикольный аппаратный движок, там вообще он стоит сзади. Так, какой-то военный, 300 тысяч стоит. Так, ну и все. И все, больше других тачек нет, покрасить зато можем. А что это у нас за деньги все красится? Все за деньги красить, ребят. Монетки нам и так нужны. Если и за деньги красить. Так, винил у нас недоступны. Короче, тачка у нас не прокачивается. Что нам упрощает задачку, да? В принципе, упрощает задачку прохождения игры. Нам не надо заморачиваться по поводу прокачки машины. Так, давайте посмотрим, что там четвертый уровень. Сложнее, не сложнее. Смотрите, тут нитро. Что тупо на нитрах, тупо на нитрошечках я проскочил. Лучшее время, а сколько там по заданию лучшее время было? Сейчас проверим. Так, погнали дальше. Сколько у нас следующая машинка стоит? Забыл. Так, здесь у нас было 16, минимум 16 надо было, да? Мы за 10 проехали. Давайте 10-ю проедем. Ой, 5-й уровень проедем сейчас. Не более 25 секунд. Так, здесь какие-то орлы вроде как. Прикольно, ребят. Вы посмотрите, мы очень высоко-высоко над землей. Короче, у нас нитро немножко есть. А! Ё-моё, слушайте, заносить начинает. Ёшкин дым и горёшкин. Ага, ну, в принципе, управились. 25 у нас было. Мы проехали за 18 почти. Что дальше? Что дальше? 25 тысяч эта машинка стоит. Ага, то есть у нас еще денег нет. 10,5 тысяч монеток у нас есть всего лишь. Так, следующий. 6 уровень, 27 секунд. Задачка, наверное, усложняется. Так, ребят, вы посмотрите. Здесь уже горы. Нам они будут мешать, судя по всему. Нитрошечка заполняется. Лишь бы не врезаться. Ай-яй-яй-яй. Так, есть. 50 монет заработали. В самой трассе. В итоге 1050 получили. Так, 11500. Давайте посмотрим следующую гоночку. 7 уровень. Что-то, наверное, другое должно быть. Хотя сомнительно. Так, это плохо будет, если у нас вообще ничего не будет меняться, да, ну, локации. Хотя что-то там по ходу дела. Чем дальше, тем как-то сложнее становится, ребят. Какие-то новые элементы появляются, в принципе. Да, вы посмотрите. Уху! Вот, а сейчас прикольно было, в принципе, ребят. Было сейчас прикольно. Не все монетки собрал, ну, ну ладно. 4 из 5. Погнали дальше. В принципе, что можно сказать, ребят, игра несложная.
Вообще на изи, в принципе, проходится пока, по крайней мере. Первые 10 уровней, наверное. Ой, кривая какая. Причем мы всю трассу видим с вами впереди, ребят, что будет твориться. Ай, а что если попробовать сократить? Ёшкин ты макарёшкин. И тут еще сундучки, а там время скинуть. Там какие-то плюшки со временем. Ай, блинский, управляемость улучшается при мере набора скорости. При, ну да. Так, 24,7. Было 32 вроде, да? Задание. Так, 9 уровень. Ха. И 10 уровень, ребят, будет какой-то... Что-то какой-то телепорт, судя по всему. Давайте хотя бы до 10 уровня дойдем. Так, трава. Растет на дереве. В дощечках растет трава. Она нас тормозит или нет? Ой-ой-ой, ребят. Здесь опасно. Здесь опасно. Нет, никогда не падал вниз. А в принципе там ничего и смотреть-то нечего. Там и не показывают, что внизу творится. Мы где-то прям высоко над облаками, да? Гоняем. Ну, вообще локации забавные. Если присмотреться, локация выглядит очень прикольно. А вот управляемость тачки какая-то безобразная. Ой! Давай. 27,9. Есть, все равно 3 звезды дали. Следующий, ребят, последний, 10 уровень. Чего, чё, я думал, сейчас телепорт нас кинут. Ладно, давайте посмотрим, что там. Наверное, другая локация должна быть. Хотя нет. Особо ничего не поменялось. Все те же. Слушайте, а как я должен монетки эти все собрать? Давайте сюда поедем, потому что здесь что-то прям забавное. Наверное, сократил, но будто сложнее, наверное. Слушай, тачка реально какая-то очень резкая. Поворачивать слишком быстро. Так, а на этот раз я проеду сверху. Слева снизу, а вот сверху здесь прям куча монет. Ой-ой-ой-ой. Что я делаю? Что я делаю, ребят? Эх, можно было, кстати, здесь сигануть прям на платформочку. Вариант, слушайте, вариант. Попробуем это сделать. На этой трассе что-то прям я застрял. Нет, на этот раз мы все-таки с вами... Хотя нет, налево не поеду. А монеток не видно. Наш призрак показывает, какой у нас предыдущий прошлый заездик был. Я попал, я не попал. Надо было тормознуть. Вообще, наверное, все-таки нужно собирать монеточки. Максимально много нужно собирать монетки, наверное, все-таки. Так что есть смысл проезжать на трассе максимально всю, а не сигать, как я бешеный. Ой! Ой, а колеса нас поставили все равно. Круто. Сейчас посмотрим, дадут нам 3 звезды или нет. Да, дали, ребят, хотя мы и собрали 19 всего лишь монеток из 43. Но не в этом дело, все-таки здесь звезды дают за максимально быстрое прохождение, я так понял. Ну и напоследок, ребят, 11 уровень. Давайте, все, это у нас будет точно последняя трасса. Она короткая, судя по заданию, 26 секунд. Она, похоже, покороче будет, чем предыдущая. Но здесь, ребят, какая-то прям... Очень много деревьев растет прям. Чего себе, чинки. Тут у нас общих монет-то. То есть это был знак, что осторожно, спереди, впереди препятствий. А так, 26, да? Можно были управиться. Ребят, ровно секундочка. Ровно секунда, и мы бы 2 звезды всего лишь получили.
В итоге у нас 17640 по мере прохождения уровней. Мы добираемся потихонечку до этой тачки. 25 тысяч монет, которая стоит. Ребят, ну что, вот такая вот игра. Я не знаю, нравится вам она или нет. Сами попробуйте поиграть. В принципе, прикольно. Убивать время, по-моему, забавно. Что? В следующий раз что-нибудь новенькое тоже заценим. Так что подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.